Всем привет! Проведем сегодня тренировку с элементами закаливания. Суббота. Потренируемся на брусьях. Тренируюсь на воздухе свежем. Вы можете подбирать для себя любые упражнения. На данный момент на улице минус 2. Это больше делается для закалки организма. Лучше делать какие-нибудь статические упражнения без какой-то жесткой динамики, так как на морозе мышцы не так будут разогреты, будут постоянно остывать. Лучше подбирать статические упражнения. И работать можно в любом диапазоне и подбирать любые упражнения, которые будут подходить для вас, либо вы хотите что-то прорабатывать. Сделаем еще подход. Провели тренировку, немного позанимались. Делайте почаще пресс на таких упражнениях. Закаливайтесь. Здесь главное время пребывания на воздухе. Если вы не можете сразу раздеваться, надевайте какую-нибудь майку, байку, постепенно тренируйтесь. Это закаливание тоже
своеобразная тренировка, сразу не раздевайтесь, не будет толку. Смотрите следующее видео. Всем пока, подписывайтесь на канал.